Во втором фильме 19-го сезона сериала «Тайны следствия» в ресторане киллер стреляет в упор в девушку Ксению Мосину, которой только что сделал предложение ее парень. Киллеру удается скрыться, а девушку в тяжелом состоянии госпитализируют. На место выезжает следственная группа. В ходе расследования Швецова приходит к выводу, что Мосина не была целью киллера. Оперативники проводят опрос посетителей ресторана, но среди них нет потенциальных жертв киллера. Парень девушки заявляет, что убить хотели его. Он перешел дорогу своему бывшему шефу, и тот уже посылал людей сжечь его машину. Следствие приступает к разработке этой версии. Отец Скобелева пытается договориться с Шиповым о закрытии дела его сына. Посмотреть очередную серию вы сможете 10 декабря.